Добро пожаловать, мальчишки и девчонки. С вами ваша космическая девочка-волшебница Навермор. Мы возвращаемся в наш любимый реворлд к шикарнейшему императору Лиму. На тот самый райский тропический остров, где есть маленькая-маленькая нехорошая точечка антиперфекционизма. Вот такой вот кусочек маленького загрязнения, что вызван разлагающимися мешками с отходами. И виной это тому смена планов и использование механоидов, хотя механоид у нас пока что только один. Да и тот немножко поврежденный, покоцанный. Местами беда, местами печаль, местами грусть. Ну что, все о грустном. Давайте лучше о хорошем, ведь остров преображается. Преображается настолько шикарно, что уже вырисовываются контуры нашего будущего города. И хотя на это пошло очень много материалов, очень много песчаника и стали, что пришлось завозить до других островов, центральный момент уже виден. Да и некоторые отдельные ответвления тоже потихонечку вырисовываются. Воистину, город будь великим. Жемчужина, летающая в космосе. И не в малой степени обусловлено тем, что технологии наши развиваются. Вон с товарищами освоили базовые щиты и переходят продвинуто. Теоретически, измыслив максимальную их мощность, от этого же и закладывается будущая величина летающего города. Ну а малые щиты уже в работе, уже применены. И старые, несовершенные модели были полностью ликвидированы. Деконструированы и использованы на ресурсы, поскольку новые, более стабильные, питающиеся от общего источника энергии, не будут иметь той маленькой проблемки, которая называется перегруз и нехватка электричества. Теперь-то вход на базу суши полностью, абсолютно полностью защищен, и остается только масштабировать это дело, усилить и улучшить. Впрочем, процесс идет потихонечку не спеша, но нашим героям предстоит заняться более банальными вещами в некотором смысле. Отчасти нам помогают метеориты, падающие прямо на базу, прямо в наше озерцо. Как тот же стальной метеорит, что сейчас копает Комлиас. Но нам нужно гораздо больше. И пришла пора вспомнить, что на складе, да-да, на нашем любимом складе, точнее в одном из наших складских помещений, завалялось две таблички. Довольно интересные и довольно ценные таблички, которые содержат адреса звездных врат с древними же хранилищами. Не первый раз наш император уже расшифровывает такие. И новое здание древних открывает на свои горизонты. Ну а там ведь право же слово. Чего задерживаться, чего задумываться. Туда мы сразу же отправляемся. И нашей мощной толпой все оружие. Ведь скорее всего кто-то это место уже нашел до нас. Не через звездные врата, но просто приплыв туда. И действительно, мы обнаружим себя на еще одном райском острове, хотя вот обман. Здесь ну совершенно ничего нет, кроме той же красоты, что видел Лиим при приземлении на своем родном острове. Племенные жители с дубинками — это единственное местное население, но долго они определенно не продержатся. Раз-два, и враги заканчиваются, а нам представляется новое райское убежище. Чудесное местечко, где как минимум растут шикарные папоротниковые рощи, да есть огромные залежи чудесного коралла. Настолько замечательно это место, что мы не будем этот тайный остров бросать и присоединим своему доминиону, чтобы и отсюда тоже черпать ресурсы. Ну а сами, забрав все нужное, отправимся домой. Тем более, что за рабочими звездными вратами и хорошим наборным устройством вернуться сюда будет элементарно. Так что кто-то отправится назад в поисках новых горизонтов, но остальные начнут загрузку хотя бы базовых кусков коралла. Поскольку они очень даже шикарный источник качественного строительного ресурса для опорных мостов, и ведь опорные мосты растут просто в чудесной пропорции. Настолько чудесной, что, пожалуй, мы разберем еще некоторые здания. Скажем, тоже второй ресурсный склад, поскольку тут и так немножко опустел. Да и солнечные панели, будем откровенны, уже переросли свою полезность. Вот только прежде нам, пожалуй, стоит использовать два нейротренера на психические навыки. Давно найденные, но так и не использованные даже императором. Подготовка к возвращению своей власти в империи требует всех максимально возможных сил. Хаотический прыжок. Прыжковый щит. Пускай пока что Лиим и не обладает достаточной пси-связью, но это уж точно будет не проблема найти. Ну а на райском острове караван один за одним загружает новые и новые кусочки материала. И вы поверите, метеорит серебряной руды падает практически точка в точку с тем местом, где упала стальная. Это ли не чудесный подарок небес, скажете вы? И он будет еще чудеснее, когда наш Лиим, традиционно поработав со своим любимым деревом нимф,
на которую, скажем честно, он немножко не обращал внимания некоторое время. Так вот, поработав, он расшифрует еще одну табличку с еще одним адресом. И еще одни координаты добавляются в общую коллекцию. Теперь отсылка на древний храм, как можно понять из этих символов. Странный адрес под номером 693. Вполне себе стоит того, чтобы отправиться сразу, не задерживаясь, не останавливаясь. Ведь кораллы кораллами. Нам нужны были все же качественные материалы, более продвинутые космические. Ну и в этот раз удача нам не улыбается. Если тут когда-то и был древний храм, то от него осталось немного. Нефритовые колонны самого грубого качества. Хотя вот, скажем, та же сталь, огромные залежи той же стали, будут совершенно не лишними, как и уран, который здесь можно добыть. Не жемчужина, далеко не жемчужина, ведь она очень даже пустынна. Но это место гораздо более перспективно в плане исследования. Хотя надежда на то, что где-то в стенах, трещинах там прячется что-то ценное, древнее и спрятанное, немножко не оправдались. В любом случае, это место гораздо более перспективно, чем полностью выедено нами, раскопаны до самых мельчайших деталей Холдус. Так что, дабы не рассеивать свое внимание, не терять время на защите ненужных регионов, от Холдуса мы, пожалуй, откажемся. Само собой, это немножко потребовало раскопок, дабы освободить наборное устройство, но император Лев лично отправится туда. Не для того, чтобы последний раз посмотреть на это место, о нет, а для того, чтобы разобрать звездные врата, поскольку они огромный источник ресурсов сами по себе. Ну а обратно можно будет отправиться на заранее заготовленных транспортных капсулах. Как видим, это было чудесное место, и в свое время сослужило нам замечательную службу. Но когда-то все заканчивается. Заканчивается история Холдуса тоже. Как будто прощаясь со своим императором, остров попадает под затмение. И именно в этой темноте наш герой возвращается домой. Туда, где ресурсы будут нужны больше всего. Дивный двойной остров, но пришло время двигаться дальше. Хотя координаты мы не забываем, и возможно когда-то вернемся. Другой же зато, 693 наоборот ходит в зону наших интересов, пускай немножко в токсичном облаке, на самой границе зараженного океанического района. Но здесь мы все же задержимся. Уж слишком много здесь всего интересного и вкусного. Да и возвращаясь к вопросу загрязнений, с этим тоже нужно что-то решать и решать пораньше. Идея создания механических помощников в огромном количестве все еще остается основной, все еще остается важной. И хорошо было бы заняться этим заранее, создав специальный расщепитель отходов, чтобы уничтожать их на атомарном уровне, но вот так беда печаль. Для этого нужно больше, гораздо больше изучения самих механоидов. Так что щит, пожалуй, немножечко подождет, мы двинемся именно по этой стезе. Заодно добавляю еще некоторых возможностей, ведь там, в океане, мы уже находили кое-что интересное. И чуть южнее от нашего острова отпущения можно найти древний механический комплекс. Без звездных врат, само собой, но на то они транспортные капсулы. Но прежде над нами пролетают давно невиданные оптовые торговцы, и неплохо будет пообщаться, особенно в свете продажи ненужного нам, при подготовке к космическому полету. Огромное количество древесины уходит просто в лед. Уж что-что, ну а дерево здесь растет просто шикарно. Да и разного рода психиновые вещества тоже лишними не будут. Как-никак одна из статей экспорта, пускай сам император и против их употребления. В обмен же мы возьмем еще инструкции, еще книг, еще развлекательного чтива, поскольку знание одна из самых ценных вещей, что можно здесь добыть. Ну и положим, продолжение накопления продвинутых компонентов совершенно не лишнее. Пускай сейчас у нас их 86 штук, да еще и 2 мы докупим. Это только кажется, что их много. А ведь стоит подумать, что нам предстоит построить корпус корабля местами даже солнечными генераторами. На просто-таки огромнейшей площади. На чудовищно огромнейшей площади. И на каждую такую солнечную панель по одному компоненту точно пригодится. Ну а там и стандартные технологии механоидов тоже покоряются. Не так уж и сложно, если задуматься. Но все же придется двинуться дальше. Для расщепителя отходов предстоит найти наноструктурирующий чип, который можно добыть только из самого мощного механоида. А значит, нам предстоит пройти по всей цепочке. Механоидная антенна призовет следующего монстра. Совсем недорогая в плане ресурсов, на фоне того всего, что мы имеем.
Правда, маленький налет из расы Сача, что попытается пробиться через наш лавовый коридор и полностью заряженной и восстановленной катушке Тесла, это даже смешно, но будет довольно веселым испытанием нашего нового щита. Луки и копья, друзья. Луки и копья. Да что там, даже пилумы против высокоэнергетического поля. На что они рассчитывают, непонятно, но тут даже малышка Билли может выйти на стрелковый рубеж, не опасаясь получить в ответ. Смеху ради, мы даже позволили одному глупцу пробраться поближе, дабы император лично искупал свой меч в его крови. А ведь кто не помнит, это не просто меч, а синхромона меч со своим личным искусственным интеллектом, обладающий чудовищной феноменальной мощью. Что же до нападающих, то никто из них не выжил. А тела их само собой сгорят, как то и должно быть. Иришки кипленников, лишенные рук и ног, погибающие на берегу лавовой реки, напоминают о том, что глупо идти против империи. Настоящая империя, само собой, а не той самозваной, что сидит в столице. Ну а что же до корабельной сборки? То пускай дорого, но наш экспериментальный кусочек оказал довольно-таки неплохую выработку, даже находясь на поверхности Земли. 300 ватт каждой солнечной панели. Не так уж и мало. И пойдет хороший за счет самообеспечения. Впрочем, мы вернемся к хорошему, к призыву еще большего количества механоидов, к призыву предводительницы их. Ну и той мелочи, что придет вместе с ними. Возможно, Кемпа это немножко пугает, возможно, впадает в ступор из-за не самого приятного предстоящего сражения, но все на благо возвращения. Но к смеху нашему, даже она, мощная предводительница и производительница механоидных тварей, боится пересечь нашу красную линию, опасается нашего великого правителя и, ничтоже сумявшись, заходит там сбоку. Механоиды идут на штурм, но разве можно этот позор называть штурмом? Даже для их мощных орудий щиты абсолютно непроницаемы, и покуда работают наши атомные реакторы, таковыми и останутся. Это ведь только маленькая, базовая модель обычного щита. А там что же ждет нас впереди? Какое великолепие, когда весь город накроется одним могучим куполом. Всего-то несколько залпов, всего пара разрядов катушек Теслы, и мощная королева, которой боятся, да что там боятся отряды узурпаторши, падает сраженная. С дальнобойными драгонами немножко сложнее, наши энерговинтовки чуть-чуть до них не достают, и эту недоделку придется ликвидировать в будущих итерациях улучшения нашей обороны, но пока что, скажем, тот же Хейс и его миниган вполне себе справляются. И тут главное успеть подхватить энергофокусирующий чип, пока он не сгорел к чертовой матери в той же лаве. Но это уже не такая проблемка. Пускай с несколько поврежденной оболочкой, но вполне читабельной. И вполне дает нам необходимую информацию для продолжения исследования. Для вхождения в продвинутые технологии механоидов и способ вызова новых монстров. Ну а что же до старых, то серая снайперская винтовка да за щитом решит любую проблему. Довольно быстро, заметим, идет это исследование, и тем быстрее нужно ворваться на новую базу механоидов и получить еще один механитерный чип, а то еще какую тайну. Тем более, что не опасайся абсолютно ничего. Мы заземлимся прямо в центр этой базы. Надеюсь, что ее еще не скрыла пучина морская. Хотя вот так-так, океанов здесь и не пахнет. В древнем месте, как будто поддерживаемой странной технологией, строение окружает какой-то странный песок. Мелкий, зернистый, проникающий абсолютно везде. Но тем лучше и проще будет строить капсулу для обратного возвращения, поскольку звездных врат здесь тоже не наблюдается.
И в первой же комнате находим искомое. Древняя капсула криптосна настолько старая, что даже формы и дизайны говорят о веках, что прошли свои постройки. Но внутри мумифицированный кристалл, который, скорее всего, погрузилась в спячку, надеясь проснуться в лучшем мире, но так до этого и не дошла. Еще один мехлинг, извлеченный из остатков ее черепа. Последнее напоминание о том, что такая когда-то жила. Но теперь лузер займет ее место. И оправдывая свое имя, она получает недрона-строителя, что был бы нам очень полезен, недрона-защитника, а еще одного обычного транспортного дрона. Последнее, что сохранилось привязанное к этому мехчипу, где-то там на орбите. Другое дело, что попав на этот остров, мы открыли его другим. Белый Альянс высаживается на побережье, на самой границе океана и песка. Уже сами они боялись сюда прийти, опасаясь стороны формы этого острова. Но видя, что кто-то сюда заземлился, решили испытать удачу. Определенно, удачи здесь и не пахло, особенно с их стороны. Ну а мы же разберем все, что можно разобрать здесь, на полезные и неполезные материалы. Придадим земле бедняжку Кристалл, которая поделилась с нами своей технологией выживания. И уже через полтора дня отправимся домой, поскольку ждет нас все больше и больше интересного. Маленький жирный механоид, который в этот раз пытается атаковать нас из-под воды, тем более не будет проблемой. Довольно занимательно, что они принимают новую тактику. И раньше такого, откровенно говоря, не было. Ну что такое 30 несчастных жнецов на фоне нашей продвинутой защиты? Настолько ничто, что их даже наши транспортные дроны не боятся. Прямо из-под носа вытягивая на разборку тела других механических неудачников. Возможно, в некоторой степени дроиды системы «Плавающая Буратино» и были интересны. И даже немножечко прорвались и поцарапали миссии Аякса и Лема. Но в общем зачете они скорее больше принесли ресурсов, чем проблем. Ну а царапинки мы починим и вылечим. Тем более, что у Лима-то очень много архическое. И там обошло только трещинками да ушибами, не более того. Торговцы же оружием, с другой стороны, предлагают вещи несколько более занимательные, несколько более интересные. Особенно в плане продажи чертежей для создания уже готовых кораблей. Корветы, фрегаты, стандартных и перских классов. И торговец ни в коем разе не соглашается сказать, где же именно он достал эти чертежи, которые в лучшие времена шли под грифом «секретно», а за их разглашение следовал расстрел с повешением. Занимательная ситуация. Крайне занимательная, в которую стоит вложиться деньгами. И даже приличным количеством золота, если уж на то пошло. Фрегат-то построить. И без всяких лишних исследований. Вот это вот довольно весело. Хотя если разобраться, фрегат будет просто огромен. Капитально огромен настолько, что на этом острове не поместится. Но чертежок мы сохраним. Ведь на том же новонайденном храме места будет вполне достаточно, когда мы добудем всю сталь, пластали, все камни. Про другие же налеты, идущие на наши богатства, упоминать не стоит. Пускай с гранатами, пускай бронированными, пускай с автоматами. Но это ничто на фоне нашей подавляющей мощи и восстановленной системы защиты. Чуть больше их смогло прорваться. И количество катушек Тесла стоит увеличить, ну хотя бы на парочку. Лишним уж точно не будет. Но в любом случае, эти рейды закончились не начавшись. Но я там еще денежек полтора, и новые исследования заканчиваются. И вызов Апокритона, того мощного из механоидов с его наноструктурным чипом, тоже становится доступен. Механоидная тарелка гораздо более дорогая производство. Целых два продвинутых компании, но на того стоит.
поскольку с призывом этой твари мы получим последний кусочек знаний для массового, уверенного и сильнейшего рывка вперед в технологиях. Все так же пребывает он за границами наших красных линий. Все так же эта тварь способна воскрешать себе подобных, страшиться и боится. И тут уж стоит задуматься, а такие ли это вольные механоиды, лишившиеся хозяина? Или сюда прибывают те, что служат узурпаторше? В любом случае, далеко они не пройдут. Последний выстрел ему наступает конец. И даже воскрешающий его потенциал, что пытался даже древнюю королеву механоидов поднять, ему никак не помог. Наноструктурный чип теперь наш. И сверх того, император Лим уверенно доказал, что его семья погибла не из-за превосходящих сил, а из-за предательства и неожиданности. А так, любой даже механоидной мощной армии можно противостоять. И можно использовать, если действовать мудро и уверенно. Последние тайны, последние исследования теперь лежат перед нами. Но не столько в плане создания боевых механоидов, ведь в атаке наш герой все еще полагается на свой верный синхромеч, сколько в очистке от всего произведенного ими. Ну и, пожалуй, переработка некоторых их технологий в плане постройки кораблей. Ведь чем-чем, а стоит признать, механоидные запчасти, благодаря своей оптимизации, несколько выигрывают. С другой же стороны, впрочем, мы понимаем, что на это потребуется время, как на исследование, так и на сотворение себе новых помощников, да и про освоение нового острова тоже не стоит забывать. Процесс скорее банальный и долгий, чем сложный, поэтому мы традиционно сделаем паузу. Но я напомню про наши Telegram, Discord и ВКонтакт, ссылочки на которые все так же можно найти под видео в описании. Ну конечно же, всем удачи и до встречи, но увидимся мы, друзья, уже в следующем эпизоде.